Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и сегодня я расскажу о радар-детекторе iBox Pro 900 Signature. В описании к ролику вы найдете ссылки на магазины с актуальными ценами. Если обзор вам понравится, то поставьте лайк и напишите приятный комментарий. Это очень помогает в развитии канала. А чтобы оставаться в курсе новинок мира гаджетов, рекомендую подписаться на наш канал и включить колокольчик. Девайс выполнен в глянцевом пластике. С верхней стороны находятся клавиши управления, динамик и клавиша, чтобы снять устройство с присоски. На задней стороне расположилась радарная часть. Также радарная часть есть на верхней стороне устройства для обнаружения радаров, стреляющих в спину. Всю информацию вы будете видеть на очень хорошем и ярком OLED-дисплее. С левой стороны находится разъем для питания и обновления прошивки, а также колесико регулировки громкости. Правая сторона пустая. GPS, ГЛОНАСС, база камер 45 стран Российской Федерации, Европы и СНГ, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Узбекистана и Украины. Фильтр X-Signature – новейшая технология, разработанная компанией iBox, позволяет значительно снизить количество ложных срабатываний устройства. Дальнобойный сверхчувствительный модуль значительно увеличивает потенциал радар-детектора в дальности обнаружения полицейских радаров, в том числе маломощных радаров при детектировании в спину. Режим Smart – изменение чувствительности в зависимости от текущей скорости автомобиля. Также присутствует особый алгоритм обнаружения всех типов радаров «Интеллект-радар». Superior Anti-Felsing Platform – улучшенная система защиты от помех. В этом устройстве используется радарный модуль нового поколения на базе высокопроизводительного процессора ST Microelectronics с технологией Signature Sensitivity Platform. Функция фильтр скорости – это фильтрация сигналов в зависимости от текущей скорости автомобиля. Ваш радар-детектор будет игнорировать все поступающие сигналы, если скорость автомобиля ниже установленного значения. Одним из плюсов модели является возможность бесплатного обновления базы камер через USB на сайте производителя. Голосовые оповещения с возможностью отключения, 9 разных типов звуков для каждого диапазона. Добавление точек POI. Пользователь может внести свою точку в базу данных радар-детектора. При повторном проезде этой точки устройство будет оповещать о ней. Лазерный модуль способен определять полицейские радары, такие как Амата, ЛИСД, ЛИСД-2, Полискан. Обнаружение мобильных засад. Стрелка, Кордон, Крис, Крис-П, Искра, Радис, Арена, Бинар, Беркут, Сокол, ВКС, Барьер-2М, ПКС-4 и Визир. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу, на что в основном они жалуются. Не видит частников с камерами. Не совсем точное определение местоположения стационарных камер. Не показывает и не говорит модель обнаруженного радара, кроме стрелки. Не говорит, в какую сторону смотрит обнаруженная камера. Достаточно много ложных срабатываний. Глянцевый корпус сильно бликует. Иногда на экране появляются кракозябры. Бывает, долго ищет спутники. Цена завышена. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным и сейчас расскажу о положительных отзывах. На стационарные камеры по GPS работает хорошо. Приятный женский голос озвучки. Отличная комплектация. Качество сборки. Частота обновления баз. Автодорию считывает на ура. Громкий звук. Разные способы крепления. Простота в использовании. Напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании. Надеюсь, обзор вам понравился, и вы уже оценили его лайком и написали приятный комментарий. Также рекомендую подписаться на наш канал и включить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Всем пока!